Новогодний стол 2023 от Россия 23. Всех наступившим Новым годом. Живите долго и процветайте. На календаре 31 декабря, значит, совсем скоро наступит Новый год. 2022 сменит 2023, тигра сменит кролик, Владимир сменит руку. Кто-то на этот праздник старается быть семьей, а кто-то с друзьями, ведь, как известно, с кем Новый год встретишь, с тем его и проведешь. Это Владимир, парень, который, судя по всему, планирует провести весь следующий год с недовольным хлебалом. Новый год, во-вторых, у меня игра, не опекай меня, сука. Игра. Весь следующий год планирую провести в дотке. Гита. На этих кадрах отчетливо видно, Владимир недоволен и просит нас хотя бы в Новый год прекратить съемку. Наша съемочная группа с пониманием отнеслась к просьбе парня. Ведь год был действительно тяжелым, поэтому в такой важный праздник мы просто обязаны перестать сомневаться и начать пилить новогодный контент. Меня зовут Вячеслав, стал еще на год красивее. Попытаюсь разобраться, почему характерная черта Владимира – быть характерным чертом. Традиционно в конце декабря все погружены в новогоднюю суету. Кто-то занимается... Что ты пришел? Хочешь мою желешку съесть? Уй тебе. Нельзя. Не дам. Фигушки. Мало ли что тебе может случиться, да? Созданием елки кто-то творит какую-то дичь, а кто-то совмещает... Да. Елки вот с этими не поставить. Когтистыми. Они ее свалят. У меня была маленькая елочка. Но когда появился рыжик, начала она падать. Какая? За рублей за 400 из ленты елочка. Это эти занятия. Однако есть те, кто оставляет все новогодние дела на последний момент. Сегодня мы расскажем, как это происходит. У нас на прямой связи наш корреспондент Райан Гослинг. Нет, Вячеслав, не смешно уже даже. Ну не знаю, по мне прям ор. Ладно. Ор, ладно. Ор, ладно, Блум. Орландо. Сорян. Все, просто конец года, я уже все, я не вывожу, честно говоря. Как часто в наше время можно встретить людей, которые максимально откладывают новогодние хлопоты, занимаясь прокрастинацией, оставляя все на потом? Так называемые напотомственные прокраститутки. Сегодня мы расскажем об одном из представителей этой древнейшей новогодней профессии. Прокраститутки, блядь. Ебанутые нахуй, какие прокраститутки, блядь. Что это такое, нахуй? Это Владимир, профессиональный... Ну, прокрастинация и проститутки. Тут все вроде очевидно. Потомственный прокраститут. Несмотря на то, что уже вечер 31 декабря, парень до сих пор не начал подготовку квартиры к Новому году. По словам Владимира, все из-за скопившихся за год важных дел. Важная катка сейчас. Отъебись, пожалуйста. Чертовик. Парень является профессиональным новогодним хореографом, исполнителем традиционного танца ща-ща-ща. Ща-ща-ща, подожди, все будет, блядь, заебал. Все сделаю. Кроме этого, фанатам... Ща-ща-ща, да. Есть такое. Хочется. Особенно когда в доту играешь, да. Время летит просто очень незаметно. Совершенно. Песня любви, а все Успенской. Все успею, заебал, блядь. А также любителям композиции Анны на лице Седоковой. Уже просто хуйню несешь какую-то, лишь бы доебаться, блядь. Очевидно, что из-за подобного пренебрежительного отношения к празднику Новый год в этом доме в опасности. И чтобы помочь Владимиру, наша съемочная группа решила провести масштабную информационную атаку. Владимир, скажите, какими, по вашему мнению, должны быть идеальные отношения с девушкой? Не знаю, поддерживать друг друга должна. Ну, вместе все. То есть, по вашему мнению, в идеальных отношениях девушка должна поддерживать парня, так сказать, быть его правой рукой. То есть, у вас уже идеальные отношения, насколько я понимаю. Мразь. По нашей информации, в 2022 году Владимир по-настоящему влюбился в известную актрису. Девушка снималась в таких кинокартинах, как «Уэнсдэй» и «Семейка Адамс». Парня привлекло, что она очень похожа на его нынешнюю пассию. У них схожи ногти, пальцы, запястья. Вау, у тебя, блядь, схожи. Это рука, нахуй, ебучая, блядь. По итогам этого года ремонт в квартире... Ну, не совсем рука, там называется вещь. Владимира по-прежнему стоит на месте. Однако некие строительные работы все... Да, вот с ремонтом проблема. Все еще не сделан ремонт, это чисто мой уже
гештальт, чтобы они уже сделали ремонт в квартире у себя. Что это за пиздец? Все-таки производились. По нашей информации, парень лично возвел кожаные ступеньки от подбородка к шее. Однако после закрыл лестницу из подбородков на реконструкцию, прикрыв мохнатым баннером. Что? По нашей информации, в 2023 году Владимир планирует кардинально изменить свою жизнь и стать ведущим на телевидении. Из всех телеканалов парень выбрал два, благодаря работе на которых он сможет полностью раскрыть свой потенциал. Ну, да, понятно. Потенциал. Что? Не беси меня. В этот момент наша съемочная группа планировала выставить Владимира на Дроме. Однако на протяжении всего 2022 года мы публиковали его в приложении Дром. Но парня так никто и не забрал. Поэтому сегодня мы хотим попробовать пойти другим, более красивым путем. Алло, здравствуйте. Здрасте. А можно приехать посмотреть вживую? Нет, я не ваш бывший, хватит сюда звонить. Ой, Вячеслав, извините, опять показалось. До свидания. Еще русский выучила зачем-то. Приложение Дром было выбрано не случайно, ведь там самый большой... Ну ладно. Эту... Как его? Интеграцию рекламы пусть остается. Все, живых, реальных предложений. Алло. Нет, вы посрались не со мной, а с Джонни Деппом. До свидания. Посрались. Нашей съемочной группе удалось поднять Владимира и заставить его начать убираться в комнате. Просто катка кончилась, и я, блядь, сказал, уберусь. Владимир занялся тщательной уборкой к празднику. В очередной раз он пытается делать квартиру все чище и чище, стараясь превратить ее в чистилище, чтобы создать домашнюю атмосферу. Чистилище твое ебальника, нахуй, организую сейчас. Владимир, скажите, как вы смотрите на новогоднюю перестановку? Может, что-то местами поменяете? Нахуя, блядь, на старых стоит нормально, блядь. На старых стоит нормально, Владимир процитировал Прохора Шаляпина и Владимир не раз сделал отсылки к Прохору Шаляпину. Дело в том, что из-за долгого отсутствия девушки парень начал разделять его взгляды и тоже решил активно развиваться в популяризации бабулизированных отношений. Все потому, что Владимир устал от одиночества и уже готов на любой антиквариант. Чего нахуй? Хорошая игра, слов хорошая. Теперь убирай сам, блядь. Владимир завершил уборку и приступил к созданию новогодней атмосферы в квартире. Первым делом парень достает новогодние украшения. Бануться, что за хуйня тут творится, блядь? Владимир переговорил с жителями Нарнии и отправился в комнату. Первым делом парень украшает стены мишурой. Точно. В планах у дизайнера создать на стене надпись «С Новым годом». Однако в процессе он осознал, что лучше сделать это в сокращенном варианте. Да, я хотел поменьше, сука, сделать, в итоге СНГ какое-то получилось. Но. Владимир процитировал Горбачева и продолжил украшение комнаты гирляндами. В новогоднем арсенале Владимира много интересного. Елочные игрушки, гирлянды, мишура. И самое любимое украшение парня – золотой дождик. Он символизирует прогноз погоды в комнате на будущий год. Постоянные ночные осадки неизбежны из-за близкой дружбы с Дмитрием. По нашей информации, они пройдут... Ебал, нахуй! Золотой дождик, блядь! Ебала, сука, нахуй, бесячая, блядь! Владимир агрессивен, несмотря на то, что сегодня праздник. По нашей информации, парень нервничает, потому что входит в Новый год с долгами. Как нам удалось выяснить, в середине 2022 года Владимир взял в долг круглую сумму своего брата и до сих пор не вернул. Это подтверждает аудиосообщение, в котором мошенник дрожащим голосом умоляет занять ему денег. Славян, слушай, этот... Тебе не будет косарика, да, завтра-послезавтра. Владимир – гениальный мошенник. Чтобы избежать возвращения долга, он несколько месяцев разрабатывал план. Парень старался вести себя максимально незаметно и, не выходя, сидел в своей комнате. Но из-за сидячего образа жизни, наоборот, становился только заметнее. После того, как он увеличился в размерах, в его голову пришла гениальная идея – сменить внешность и обнулить свои долги. Все, что ему оставалось – добавить последний штрих, который бы кардинально изменил его внешний вид до неузнаваемости, перевернув все с ног на голову. С ног на голову и была произведена пересадка. Именно тогда лысеющий худощавый должник Владимир исчез. А веселый бородатый толстячок Вовка входит в Новый год без долгов. Ты расследовал. Что нахуй ты расследовал? Важным элементом украшения комнаты является установка елки. Первым делом парень определяется, где именно она будет стоять. По стариночке вот здесь заебение, столько ты ронять не будут.
По словам экспертов по фэншую, елка в правильном месте может помочь в достижении целей. К примеру, елка в центре комнаты приносит удачу, а в левом дальнем углу – богатство. Владимир каждый год ставит елку только в правый угол. Как нам удалось выяснить, по фэншую елка в правом углу комнаты помогает забеременеть. 3 года Владимир пытался добиться эффекта, и вот уже на 3-й год у парня начал расти живот и грудь. Все. Да, да. Хорошие приметы. Благодаря тому, что он по фэншую ставил елку и не по фэншую ставил пиво. Очень много пива. Заебешь нахуй. Чуть поправился, блядь, ничего страшного нахуй. И вот парень приступил к украшению елки. Шарики эти заебывают, постоянно путаются нахуй. Владимир рассказал о своих проблемах из-за интимной стрижки и продолжил. Заебал интимная стрижка. У тебя, блядь, интимная стрижка на лице нахуй. Украшение комнаты завершено, а значит, настало время приступить к финальному этапу подготовки. На протяжении года Владимир постоянно работал над созданием уникальных кулинарных шедевров. Под конец 2022 года парень планирует создать финальное коронное блюдо. Коронное блюдо это этот, суп с летучей мыши. Я по сути еду всю готовую взял, просто оливьеху сам хочу ебануть. Создание фирменного оливье стартовало. Первым делом парень выкладывает основные продукты. Для создания идеального вкуса кулинар тщательно отбирает каждый ингредиент. Я только единственное, нахуй, сосиски дешманские взял, блядь. В салате все равно нихуя не чувствуется, какая разница. Готовка оливье. Ну не скажи. Может и чувствовался вполне себе. Оливье традиционно начинается с варки яиц и овощей. Яйца сварились, надо уже морковку засовывать. У меня яйца сварились, надо уже морковку засовывать. Владимир записал новогоднее обращение к женщинам России и про... Бесишь меня, блядь. Пока овощи готовятся, Владимир решил ненадолго отойти от готовки и заняться своими прямыми обязанностями, а именно закидывать уголь в топку. Ты заебешься своим чертом, блядь. Это чтоб на утро синьки не было, блядь. Хуёво оно. Овощи готовы, и Владимир приступает к нарезке. Существует много видов нарезки продуктов кубиками, кружочками, соломкой, а также уникальная, разработанная Владимиром новогодняя нарезка в мясину. По словам парня, сейчас он дорежет овощи, а после сам нарежется в мясину до состояния овоща. Что ли, блядь, нарезаться? Ну, когда все соберутся, а ты, блядь, пить не будешь. Наверное. Владимир завершил нарезку продукта. В следующий этап – заправка салата майонезом. Парень настолько гениален на кухне, что в процессе создания оливье придумал еще одно блюдо. Салатик откладываешь немножечко. Без заправочки, главное. Не на утро, а крошечка охуенная есть. Оливье готово, к Владимиру начинают приходить первые гости. Ебал ты в натуре, нахуй, свои камеры, блядь. Уже гости приходят, снимаешь... На протяжении 2022 года Владимир постоянно выражал недовольство работой нашей съемочной группы и даже однажды захватил нашу студию. Привет, блядь, долбоёб, причесывается опять. Здорово. Ну, привет. Давай я ебану. Все черти, потому что они черти, ведь у них нет девушки, потому что они черти. У нас на прямой связи Джейк Джилленхол. Ой, это Владимир, да? Извините, перепутал. Такая же у вас, блядь, залупа. Неудивительно, что тогда Владимир заметил свою схожесть именно с Джейком Джилленхолом, главным героем фильма «Горбатая гора». Однако все выплески... Хорош, да. Ну, Владимир пытался. Было похоже. Агрессии Владимира не случайны. Наша съемочная группа полностью понимает, что мы доставляем парню некий дискомфорт. И для того, чтобы загладить свою вину, мы решили сделать ему настоящий достойный новогодний подарок. Чё ты? Мой? Что? Владимир очень рад получить в подарок современный телевизор, ведь он давно мечтал о большом экране. Сука, ебать он огромный. От души, давай я тебе. Давай, как-то в камеру. Нашей съемочной группе не составило труда сделать Владимиру такой дорогой подарок. Тем более за это мы сами получим хороший кэшбэк, оформлением которого мы займемся прямо сейчас. Даже если в жизни ты жирный черт с бобром на лице, с телевизором Realme Smart TV SLED 4K ты можешь в 1100 и самое важное SLED. Realme улучшает картинку, создавая максимально реализуемо. Блять, качество все равно охуенно. Долбоёб, блять. У Владимира все готово. Ну да, такая интеграшка. Готово, совсем скоро придут гости и начнется празднование Нового года. Так как события будут развиваться очень быстро, мы решили пригласить нашего уже постоянного гостя, обозревателя новостей из мира большого черта, большого спорта, человека в шикарной рубашке и с потрясающим парфюмом. Вячеслав, вам слово, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Вячеслав, на свайп от Губерниев. Мы только начали и сразу самая красивая передача, которую я видел в своей жизни. Давайте посмотрим повтор.
Да, это самая красивая передача передачи, которую я видел. Ну что ж, осталось буквально 2 часа основного времени 2022 года. Нас ждет суетливая ночная беготня Владимира по дому, так называемый черточный бег. Первым делом к команде Владимира присоединился его друг Дмитрий, и парни сразу приступают к разминке. Передача на Владимира он жестко принимает на грудь, но Дмитрий помогает смягчить передачу. После разминки парни приступают к традиционному столопереносному силовому экстриму. Бля, мне неудобно, когда ты сзади, давай этот, поменяемся. Мне неудобно, когда ты сзади. Владимир хочет сменить пассивные действия на активные. Что ж, судя по всему, ребята этой ночью будут отрабатывать этот момент. Я, бля, сейчас стол на тебя спущу, блядь, дебила. Перенос раскладного стола в большую комнату сейчас считается хорошим знаком, который говорит о том, что совсем скоро будет застолье, и все будут что-то праздновать. Ну, если по классике, то это должен быть, конечно, стол-книжка. Тот самый, такая тумба эта здоровенная, у которой такие, как крылья, открываются на Новый год. Однако раньше все было иначе, потому что в каждый дом на любое застолье приходил он, стол-книжка. Да. Тот, кого боялся каждый, маленький, большой, указательный, безымянный. В те времена фраза «идите, стол принесите» звучала как приговор. Жертвы стола-книжки до сих пор с содроганием вспоминают те времена. У нас еще какой-то был стол-книжка сломанный, что ли. У него, короче, крышка вот эта, за которую держаться, она ломалась. Могла слететь легко. Братом просили принести стол, это был настоящий стресс для нас. Его боковые части стучали очень пугающе. Они буквально угрожали каждому пальцу на руках и ногах. До сих пор стук его боковых частей снится мне в кошмарах. Многие читали такие бестселлеры Стивена Кинга, как «Оно» и «Сияние». Но какими бы они ни были пугающими, все сходятся во мнении, что эта книжка самая страшная. Она буквально ломала судьбы и пальцы. Сука, а вот стол-книжка бы поместился. Сейчас Владимир с любовью вспоминает о своем учителе, несмотря на то, что издевательства продолжались много лет. Все это не случайно. Дело в том, что парень стал очередной жертвой Стокгольмского синдрома. О, котик. И вот стол установлен, но новогоднее многоборье продолжается. На поле прибывает основной состав. Здесь как молодые, так и опытные участники новогоднего многоборья. Хуя ты набрал там? Капитан команды приступил к организации расстановки на поле, параллельно отправляя своего главного нападающего в атаку. Пока это все носит, наливай. Владимир выпускает на поле Оливье Жиру, пока все тупят, и переходит в атаку. Опасный момент, но Владимир справляется. Давайте посмотрим повтор. Да, это шикарная носочно-впитывающая техника. Как говорил классик, ты будешь пить сок из моих носок. Команда приступает к традиционным проводам старого года, и Владимир берет инициативу на себя. Ожидаемый заброс о том, что год был тяжелым, мы полностью согласны с ним. Владимир, действительно, весь год был тяжелым. Команда проводила старый год, и Владимир переходит к планированию дальнейших действий. При помощи современных технологий парень моделирует позиции, которые он будет практиковать ночью с Дмитрием. Видимо, ребята хотят встречать год кролика, как кролики. Хотя, по нашей информации, для такого ночного марафона... Пошли пиздить. Пошел Владимир пиздить. Вячеслава. Владимира кишка танка. Ты заебался, иди, что за мной ходишь, сука? И вот кульминационный момент наступления нового 2023 года. Наша съемочная группа обязана прекратить работу, так как Владимир дошел до состояния, в котором его агрессия стала выглядеть мило. Вот и наступил Новый год. 23-й сменил 22-й. Майкл Джордан сменил Дзюбу. Наша съемочная группа искренне верит, что мы оставим в прошлом году излишнее самолюбие и начнем прыгать выше головы, а не держаться за нее, как в прошлом. С Новым годом! Вячеслав, пока у Владимира нет девушки, он продолжит год Дзюбы специально для России 23. Ладно, нормально. Чуть даже душевно. Вас с Новым годом. Всем спасибо. Всем пока.